Галинкин Владислав Александрович, 2006 года рождения, 04.04. Проживающий по адресу Бахчисарайский район, село Угловое, улица Ленина, 180. Создал канал 20 сентября 2021 года в мессенджере Telegram с названием «Расстрел Крымской школы». Через час я его переименовал в «Расстрел Вологодской школы». Выставил фотку школы, которую я взял из интернета, то есть первой попавшейся. Написал на ней 25.09.2021. Ждем. После этого я передумал. Написал 23.09.2021. Ждем. То есть ее отредактировал. Выставил фотки оружия. После этого я начал скидывать страницы людей. Я это сделал, потому что один из них увел у меня девушку. Второй из них был у нее в скрытых. Я у него спрашивал, кто он. Он не сказал, кто он. Но 20 сентября я это все вспомнил. У меня цели никого расстреливать не было. То есть это все шутка. И потом я узнал, что этим начали интересоваться полиция, МВД. Я удалил все каналы. Почистил компьютер, почистил телефон. Вот. В своих деяниях раскаиваюсь. Вот. Не хотел, чтобы так получилось.